Приветствую всех зрителей и подписчики, с вами Gambit Games, и мы возвращаемся в PS20 карьера за Сантьяго Муниса, который выступает за футбольный клуб Ньюкасл. Ну что, ребята, у нас сегодня 4 матча, давайте быстренько перейдем к расписанию, посмотрим, какие матчи нас ожидают. Ну вы, в принципе, думаю, сами все прекрасно видите, это Астон Вилла, это Борнмут, Брайтон, и давайте посмотрим 4-й матч, это Бёрнли. Ну слушайте, ребят, на самом деле... Команды не самые сильные. Надеюсь, во всех 4 матчах Ньюкасл одержит победу. И особенно Сантьяго Муниз выделится, собственно, в этих матчах. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Поехали! Первый матч у Ньюкасла на Вилла Парке. Местная Астон Вилла будет принимать Ньюкасл. Давайте быстренько по составу у Астон Вилла. Это, конечно же, Джек Грилиш, это Дуглас Луиз, неплохой опорный полузащитник Висли. В принципе, эти ребята, некоторые из них знакомы нам по карьере, только уже FIFA, но это совсем другая история. У нас Альмирон, Муниз, Максимен, Ацу. Давайте начинать. И матч начинается, собственно. Сантьяго Муниз, передача Максимен. Еще передача Кальмирон. Слушайте, ну... Слетел мяч с ноги, это было видно, конечно. Момент был неплохой. Ньюкасл с мячом. Хороший заброс на Сантьяго Муниса. И Муниз заряжает в падении. И набирает скорость мексиканец. Муниз. Еще хорошая передача. Альмирон. Нужно забивать Альмирон. Прекрасная комбинация. И привет защитникам. Сантьяго Муниз, голевая передача. И у нас 0-1. На самом деле моментов-то не особо было много до этой минуты. Остановила смячок, Коджи. Неплохое открывание Эль-Мухаммади. Навешу штрафную. И удар. Неплохой был момент, это Висли. Максимен, неплохая передачка, но... Еще можно передачку отдать Сантьяго Муниз. Муниз, удар. Не получается забить мексиканцу. А так все сделал верно. Отдает. Прострел хороший, великолепный момент. Да, можно было и на отцу отдать передачу, но Максимен вылетал просто. Максимен. Неплохо, вот здесь хорошая передачка прошла. Нет, Альмирон, ну! Как же там Муниз неплохо накрутил защитников. Сантьяго получает мяч и сразу же пробивает ближний угол. Не везет пока мексиканцу. Весли. Совсем один бразилец, набирая скорость, с ним один защитник. Что будет делать? Удар с левой прямо в голкипера. Дубовка прекрасно выбрал позицию. Сантьяго Муниз выиграет борьбу. Сразу передача Сантьяго Муниз. И удар с левой. Прекрасно. Прекрасно. Опять защитники стоят, ковыряются в носу. И у нас 84-я минута. 0-2. Хорошая комбинация. Альмирон великолепно ассистировал. Сантьяго Муниз, передача на Максимена не проходит. Санти опять попросил передачу. И с левой хороший удар. Вы что, серьезно? Вы видели полет этого мяча? Вы видели полет? Это просто что-то с чем-то. И Сантьяго Муниз уже делает счет 3-0. Вот это да. Вот это он с левой зарядил, так зарядил. Астон Вилла летит. Астон Вилла просто горит. Вот здесь не самая лучшая передача от Сантьяго Муниза. Сразу же попросил и с левой. Отличный удар от штанги. 3 минуты добавляет главный судья. И они почти уже истекли. 0-3. Ньюкасл, конечно, на данный момент на голову сильнее бирмингемской команды. Дубль отметил. Ну что, ребят, Ньюкасл-Борнмут, матч начинается. Здесь может быть опасно, борт мячом. Брукс неплохо поставил корпус, прорывается. Хорошая передача, опасный момент. И счет в матче открыт. Борнмут, Ньюкасл, 0-1. И это Кинг. Кинг прекрасно поставил корпус. Уилсон. Уилсон его держит, он прорывается, удар. Вы посмотрите, что творят эти парни. И это я, конечно, не про нападение Борнмута.
а про защиту Ньюкасла. 0-2 уже летят Сороки. Уорн с мячом, хорошая передача на ближний угол, и у нас уже 0-3. Это Кинг. Слушайте, у них 3 момента и 3 забитых мяча. Кинг оформляет дубль. Вот здесь на самом деле Максимон со своей скоростью должен был выиграть борьбу, но корпус гораздо слабее у этого парня, нежели у его оппонента. И в итоге вы посмотрите, Кинг прекрасно сыграл. Брукс, Уилсон. Разворачивается Уилсон, сейчас еще и пробьет. Нет, отдает передачу на Кингу. И Кинг мог оформлять хет-трик. Кинг, Брукс, Уилсон, еще и удар хорош. Слушайте, ребят, я не знаю, что комментировать, что говорить. У нас 0-4, они раскатывают просто как детей. Просто как детей. И Уилсон оформляет дубль. Шелви. Неплохо, Сантьяго Мунис. Разворачивается Санти, вот передачка и... Неужели? И то на самом деле, друзья, мне кажется, мяч не летел в ворота изначально. А там был просто... катастрофический рикошет, и Лерма немного расстроен. Ну, 4-1, 1-4, если быть точнее. Санти, неплохая передачка. И хороший удар, вот это пушка, вот это был бы голешник. Лучший гол был бы в этом матче. Санти. Хорошая передача. Ну как же так, а? Ну как же так? На самом деле Ньюкасл в концовочке придавил Борнмут и мог отличиться и не раз. 1-4. Первый разгром. Первый разгром, друзья. Брайтон, Ньюкасл. Матч начинается. Шелви, неплохой перехват. Шелви, Сантьяго Мунис. Еще передачка на Шелви. Ну там на самом деле в борьбу был этот пас. О, слушайте, у нас может быть опасный штрафной. Кто мячом? Мяча Шелви. Хороший удар. И у нас... 1-0. Если быть точнее. 0-1. Шелви. На самом деле, мне кажется, ребят, это халявный штрафной. И восьмой номер спокойненько реализовал этот штрафной. Сантьяго Мунис великолепно выиграл борьбу Шелви. Максимен. Хороший прострел. Сантьяго Мунис сразу заряжает. Ну, правда, по центру ворот. Неплохо. И давайте пробьем. Сантьяго Мунис бьет и почти по центру. Хорошая передача. Сантьяго Мунис слету положил. Ну, как же так? Хотел я, честно сказать, друзья, красивый гол забить. Но в итоге сами все видели. Вот здесь может быть опасно. Хороший удар, и Дубровка выручает. Хороший был момент у Брайтона. Навеш штрафную, может быть опасно. Хороший момент, и что творит вратарь? Санти. Еще передачка. Альмирон. Шелви. И хороший дальний удар от Шелви. Хорошая была комбинация, можно было удваивать счет. И уходит с поля Сантьяго Мунис. Да, жалко, что не отличился в этом матче мексиканец. К матчу, и мы начинаем. Поехали, ребят. Сантьяго Мунис. Хорошая передача на Сантьяго Муниса. Убегает мексиканец. И... Опа! И как вам такое? Как вам такое? Защитники Бёрнли, как вам, а? Сантьяго Мунис великолепно, ну как же он хладнокровно сыграл, вы видели, друзья? На самом деле сначала у меня мысль появилась только одна, перебросить голкипера, но потом понял, что возможно ничего не получится. Прекрасная передача, Сантьяго Мунис убегает, вот здесь можно было перебрасывать, в итоге у нас сложный замах и... Мунис, неплохая скидочка, Альмирон! Сантьяго Мунис, удар в ближний угол сильно! Что творит защита? Бёрнли, я не знаю, что творит Сантьяго Мунис. Мы все прекрасно знаем, он забивает дважды. За 11 минут он оформляет дубль. Начинается у них какая-то непонятка. Ладно, надо прерывать эти моменты все. Вот здесь давайте посмотрим. На самом деле Ньюкаслу повезло. Отскок был в пользу Сорок и Альмирон. Прекрасная передача. И Сантьяго Мунис оформляет дубль. Передача на Муниса. Скидочка. Еще передачка, и Санти, вы смотрите, я не знаю, ребят, как это происходит, почему?
Что творится с обороной? Сатьяго Муниз делает просто какой-то космический. Хет-трик за 17 минут, друзья, за 17 минут. Просто все залетает. Посмотрите, передача, Санти делает скидку. Альмирон. Вот здесь, послушайте, удар получился вообще великолепный. Защита у Берли просто решето. Сантьяго Муниз. Передача на Альмирона. Разворачивается Альмирон. Пробьет с левой. Хороший момент. Отдача в штрафную. Сантьяго Муниз. Самый расторопный в штрафной. Покер. Ребят, покер 23-я минута. Он оформляет покер. Я не знаю, что сказать. Сегодня день этого мексиканца, точнее матч имени Сантьяго Муниса. Берли. Это Брэди прорывается, делает наверх штрафную, может быть опасно. Вот это момент, вот это момент у Берли. Счет вполне мог стать 4-1. Берли с мячом, хорошая передача. Разворачивается, вот и делает счет 4-1. Все-таки Берли забивает. Но на самом деле на один гол эта команда наиграла. Ну что, друзья, 4-1. Покер Сантьяго Муниса. Он сделал этот, собственно, покер за 23 минуты. Разгром. И забирает этот мяч мексиканец. Первый покер. Я надеюсь, не последний. Так, ребят, ну что, давайте взглянем на турнирную таблицу. Ньюкасл находится на 4-й строчке на данный момент. Эта команда попадает в Лигу Чемпионов. У Ливерпуля 44 очка. Великолепно просто выступает эта команда. Всего 2 ничейных результата. Ни одного поражения и 2 пропущенных мяча. Вы представляете, какая у них оборона в этом сезоне? Манчестер Сити на 2-й строчке. Дальше идет Арсенал. Собственно, Ньюкасл, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Это все здорово. Давайте посмотрим, как у нас там Сантьяго поживает. Голы и голевые передачи. Насчет голов. 16 матчей сыграно, 13 забитых мячей, 8 голевых передач. Ну, конечно, в этой серии он просто феерил. Оформил дубль, затем покер. 4 матча, 6 забитых мячей. Просто блестящий результат. Ну что, ребята, на этом-то завершается серия. Не забывайте подписываться, комментируйте. Обязательно ставьте палец вверх. С вами был Гамбит, с вами был Сантьяго Муниз. Всем пока!